Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что певец Пьер Нарцисс скончался после спортивной тренировки. Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз – почечная недостаточность, написал Запашный. Дрессировщик добавил, что 22 июня у Нарцисса должен был состояться бой с Николаем Лукинским. О смерти исполнителя в 45-летнем возрасте 22 июня сообщила его семья. Бывшая жена певца Валерия Калачева рассказывала, что Нарцисс страдал от подагры, несвоевременное лечение которой привело к возникновению множества сопутствующих заболеваний. В последнее время Пьера Нарцисса окружали семейные скандалы. Жена жаловалась СМИ, что он бил ее и дочку. Писали и то, что он якобы жестоко обращался с любовницей. Однако друзья считают, что в семейной жизни в последнее время у него было все хорошо. Он был прекрасный семьянин, хороший муж. Я сам знаком с его женой и дочкой, рассказал солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов. Он много сил вкладывал в сольную карьеру жены и в спортивную карьеру дочки. Девочка многого добилась в большом теннисе благодаря отцу. Да и после гастролей он всегда в первую очередь звонил семье, переживал. Он был столпом для своей семьи, обеспечивал ее.